Здорово, ребятки, добро пожаловать. Решил тут немножечко разнообразить свой каналчик и записать пару видеороликов про машинки Assetto Corsa, которые, может быть, достойны уважения, вот, и как-то чуть-чуть о них рассказать, пообщаться. Да, вы, наверное, заметили, что теперь я какой-то гнусавый. Это, конечно, потому что я приболел. Надо сказать, что ВАЗ-2112 это есть народный любимец. Сойдя с конвейера Волжского автомобильного завода в 99 году, 12-е очень быстро покорило сердца прогрессивных ребят из глубинки. Укороченный кузов машины способствовал более четким реакциям на поворот рулевого колеса. 12-е оснащалось 1,5-литровым 16-клапанным двигателем и 8-клапанным 1.6. Технические характеристики ВАЗ-2112 вы видите сейчас на своих экранах. Можете поставить на паузу и почитать, если кому, конечно, интересно. Итак, про машину. Она очень неплохо и даже очень неплохо проработана. Есть небольшие косяки, да, которые я заметил. Это, в частности, зеркало заднего вида. Здесь вы видите. Далее, видите небольшой ореольчик такой вокруг зеркальца. Не очень нравится рулевое колесо. Как-то оно немножко странновато выглядит. Ну, как бы, есть машинки-то и похуже по качеству. Звук машины тоже достаточно приближенный к реальной. По поводу управляемости. Машина управляется тоже весьма неплохо. Машина очень интересная в плане управляемости. Конечно, у нее тут нету никаких, по-моему, АБСов. Лично мне не очень нравится вот этот шильдик со значком Lada. Он какой-то очень плоский, что ли, как-то он выглядит. Кстати, стоит сказать, что в этой машине отсутствует сигналка. Очень, к сожалению, сигналки хотелось бы побибикать, посигналить, сказать: «Эй, садись, подвезу вас, дорогу покажешь». Динамика чисто вот по цифрам, по разгону, она, да, она напоминает мне этот реальный автомобиль. По торможению, скажу, наверное, нет. Слишком-слишком резкие тут тормоза. Прям очень агрессивные. Здесь я использую самодельный фритрек, который вы можете купить, заказать, посмотреть, либо сделать аналогичный, как у меня, под названием Black Clip. Здесь я использую сейчас одноточечный, потому что у вас эти трехточечные, в принципе, не имеет смысла использовать, потому что здесь разрабы не реализовали эту тему. Вот, но, как вы видите, в поворотах он очень приятное дополнение создает, безусловно. Экстерьер машинки тоже весьма интересный, вот, но скажу, что все-таки немножко не хватает фактуры именно вот этой вот металла, окраса, потому что в реальной жизни все-таки не может быть настолько идеально ровная окраска в машине, даже если она новая, все равно видно небольшие шероховатости. В 2008 году АвтоВАЗ, к сожалению, снял с производства Lada 2112. До популярности 12-ки ей пока еще далеко. Виной тому прежде всего цена. 12-я находила одобрение в сердцах стрит-рейсеров среднего звена. На форумах, посвященных ВАЗ-2112, все же довольно часто встречаются восторженные рассказы водителей 12-й модели о том, с какой легкостью им то и дело удается обгонять крутые иномарки на светофорах.